времени суток, Ютуб, с тобой Данил Рыжкин. Закрой дверь. И сегодня будет информативное видео. Я расскажу тебе, как сахар влияет на организм человека. Но сначала давайте вспомним, с чем мы употребляем сахар. А употребляем его с кофе, с пончиком, с женщиной, в автомобиле, в резиновых сапогах. Или, если вы всех ненавидите, с чаем. No, God! О, привет, Ютуб! А что я тут делаю-то? Ха! Сахар, точно! Вам все рассказывать, да рассказывать. Слишком светло. В общем, как влияет сахар на организм человека? Сейчас объясняю. Берете свои пальцы, берете клавиатуру, и залазите в Википедию, и все, и Википедия вам все расскажет. Зачем вам слушать какого-то бородача? Я ведь информацию получаю тоже из сети, как и вы можете ее получить. Зачем вам нахрен это надо? Я вообще не понимаю. Как будто первый день на Ютубе и думали, что вам будет что-то информационное. Пересмотрели свои сливки шоу и котиков, и алкашей, и якобы информативный контент. Ага, все можно найти самому. Тихо. Ну вообще с сахаром такое. Тихо. Ну, вообще с сахаром следующая фишка. Он, конечно, хорош, потому что вы его употребляете, сразу бежите на работу, успеваете сделать много дел. Но если вы будете его слишком много употреблять, вы станете, ну, либо жирной тварью, либо зависимым от сахара. Ведь вспомните ту же самую Кока-Колу. Вы ее пьете, а потом хочется еще. Сколько и такая херня, да, пьешь и никак не можешь напиться. Потому что там сахара много. Очень это такая опасная херня, сахар. Когда вы его употребляете, ходите по лезвию ножа. Недаром есть еще даже болезнь, сахарный диабет. Да, есть еще и не сахарный диабет. Но, в общем, это вам лучше у медиков спрашивать, что тут я. Да вообще, у интернета просто спросите и все. Ой. Как-то так, да. Ну, а если быть серьезным, то из-за сахара у вас точно никогда не будет творческого кризиса. Ну, и если вам понравилось данное видео, то я надеюсь, что вы после него подпишетесь на канал, поставите лайк, прокомментируете и будете распространять его во всех соцсетях, чтобы люди знали о таком бардаче, как я, который творит всякую херню на камеру, при этом пытается вас развлечь и не просто, опять же, показывая котиков. Иногда с философской точки зрения, иногда с самой иронией, а иногда просто с такой херней. Не будьте нормальными, будьте рациональными. С вами был Данила Рыжкин. Всем спасибо. Всем дизлайк.